Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть в различные Android-игры. И сегодня мы посмотрим игрушку Questland. Буквально немножечко. На какой сервер пойдем? Ну, давайте на Европу. Есть еще сервер ветеранов. Звучит неплохо. Что это за игра, на самом деле, я не знаю. Но она имеет достаточно неплохие отзывы и чем-то меня заинтересовала. Поэтому сейчас мы вместе с вами увидим, что же это за игра, почему она меня заинтересовала. И будет ли она меня интересовать в будущем? Какой-то коннектинг, видимо, тут интернет-игра. Долго присоединение идет. Connection problem, your remote server, tuned to error, bad gateway, status protocol description, bad gateway, check your internet connection. У меня все нормально, чуваки. У меня с интернетом все нормально. New game data, available to download. Ага, ясно, понятно, сейчас вернусь. Ну вот, собственно, мы и начинаем. Добро пожаловать в город. Коснись, чтобы продолжить. Секундочку. Господи, мега-профессионализм сегодня просто так и прет. Для начала загляни к цирюльнику и измени свой внешний вид. У меня есть внешний вид, офигеть. Круто, давай посмотрим. Здорово, чувак, радуешься как ребенок. Я так смешно выгляжу на самом деле изначально. Ой, могу женщину сделать. А как женщина будет выглядеть? Тоже прикольно, мне нравится на самом деле. Можно ей что-то поставить. А можно повязку, знаете, такую жесткую, как мужику. Пират, типа. О, да. О, да. Ладно, что у нас там? За кого будем играть? За мужика или за женщину? Давайте за женщину. Почему бы нет? А то все время за мужика, за мужика. Что у нас есть за прически? Какая самая отбитая? Дайте мне самую отбитую прическу. Какая вот... Господи, сколько тут причесок? Вы что, издеваетесь? Окей, окей. О, Харли Куин. Блин, этот глаз меня немного смущает. Сейчас я поставлю обратно что-нибудь. Да не на монокль. Можно мне что-нибудь... Вот это вот... Нет, я не знаю. Можно убрать все на первое время? Просто перед тем, как я выберу прическу. Так, что у нас есть? Угу. Ну, неплохая прическа, кстати, вот эта вот. Тоже прикольная. Вот это прикольная, мне нравится. Возможно, я ее выберу, но пока не знаю точно. Тоже прикольные причесоны. Это что за прическа? Ну, это такое, знаете. Здесь идет только зад меняется, как я понимаю, в среднем. Ну, это меня все не интересует. А, тут их не так и много, на самом деле. Мы уже все посмотрели. Ладно, давайте поставим ту, которая мне больше всех понравилась. А именно... А какая мне понравилась? Я забыл. Вот это вроде бы, да, я сказал, мне понравилось. Только цвет надо другой. А можно цвет выбрать? Нет? Наверное, тут дальше. Да, вот можно будет дальше выбрать лицо. Лицо, значит. Теперь можно лицо выбрать. О, нормальная тема. Тут разные лица есть. Так, вот это прикольное. Это тоже прикольное. Что у нас тут есть вообще? Есть где-нибудь лицо, где маленький подбородок? Или что-то вроде того? Это круглое лицо просто. Где маленький подбородок, я не могу найти. Это все длинные. Что-то нету тут подходящего мне лица. Ну ладно, будем тогда выбирать из того, что есть. Вот это, кстати, прикольное лицо. Вот это и вот это, вот они оба прикольные. Тоже прикольная. Вот это вот мне нравится, тоже прикольная. Так-с. Сейчас еще раз просто проверю. Вот у этого самый маленький подбородок, но оно само по себе как-то не очень выглядит. Какой-то квадратный он, вы видите, да? Не знаю, не знаю даже, какое выбрать. Они все такие похожие друг на друга, но и при этом такие разные. Давайте тогда щекастую выберем какую-нибудь. Не настолько, конечно, но... Хотя, знаете... сейчас я выберу, пацаны, все будет. Вот, давайте, вполне милый, стандартная милая личика. Давайте его оставим. Глаза... О, господи, как много всего. Даже я думал, хотя бы глаз будет. Я хочу побольше глаза и... Побольше, побольше, побольше. Так, вот эти вот, кстати, подведенные прикольно выглядят. Это ресницы, это не очень. Вот эти прикольные, но они небольшие. Мне бы побольше глаза.
Но самые большие, которые нашел, это, по-моему, вот эти вот, да? Давайте их и выберем. А дальше брови пойдет у нас. Брови, брови, брови. Брови, даже не знаю, какие брови. Здесь, по сути, без разницы. Вот это, конечно, да. Это не наш выбор, так скажем. Прикольные, кстати. Но это больше мужские. Вот эти прикольные тоже брови. Но они слишком женские, поэтому нам нужно что-то такое, знаете. Нам нужен трап. Ладно, кто у нас есть? Вот такие нахмуренные брови. Тоже прикольно. Ну, первые и вторые, они слишком стандартные, я не хочу их брать. Вот третий прикольный, на самом деле. Может, вот этот. Давайте вот такие возьмем. Нормально, пойдет, я считаю. Разное. Это у нас что, веснушки? О, атрибуты разные. Родинку можно взять, кстати, прикольно выглядит. О, вот это тоже прикольно выглядит. Это у нас опять отметка, печати всякие, следы. Ну, никаких вот каракулей на себе я не хочу носить, как бы. Если только разве что вот что-нибудь такое маленькое невзрачное сердечко, серьезно. О, морщину, типа, ну прикольно. Очёки, различные очёки, можно повязочку взять. Блин, выглядит круто, знаете, как будто вор такой в законе, вообще жесткий вор. Вот это тоже прикольно выглядит. Розовая есть, красная есть, обычная. А жалко, несколько из них нельзя выбрать. Вот это мне нравится, либо вот вор в законе, знаете, звучит жестко. Жесткий перс у нас получится. Давайте я пока этот выберу, если потом мне не понравится, не будет хорошо с цветом волос сочетаться, мы уберем. Так, мне нужен черный цвет, только черный, и никакой иначе. Ну и, в общем-то, все. Ну, знаете, она сочетается, но не так, чтобы прям очень. А есть что-нибудь еще? Монокль есть, но это не то. Можно вот так сделать, но... Нет, мне повязка даже больше нравится. Она как-то более так уверенно выглядит. Жестко выглядит. Давайте вот так вот оставим. Я, мне кажется, подходит. Мне все подходит. Погнали. Подтвердить. Я рад, что ты понимаешь, насколько прическа важна для настоящего бойца. Ну и как же тебя зовут, умник? Меня зовут... Никакей. Никакей. Да, меня так и зовут. Блин, тут нельзя shift еще зажать. Ну не shift, вы поняли, транслит. Никакие. И А букву добавим, как будто типа мы женщина. Окей. Славное имя, как твоя прическа? Хватит трещать, пора воевать. Чё ты ко мне подкатываешь, чё вообще оборзел? Задание. Вот задание для тебя. Выполняй их и получай в награду снаряжение, золото и опыт. Приготовься. Он меня назвал крошкой или мне показалось? Наверное, мне просто показалось. Да не может же быть такого. Эльфийские руины в бой. За монетки вот тут можно драться. А как тут бои вообще происходят? А в автоматическом режиме или как? Вау, тут есть 3D. На, получай в бой. Ага, ну я понял уже. Типа бить, нажми. А так вот серьезно, я должен еще выбирать? А, я могу один раз выбрать, а потом просто бить. Пошел, у нас какой-то супер есть атака, жесткая, за ману. Можно сейчас ее будет заюзать, да? Сейчас она, скорее всего, научит ее использовать. В бой. Да, каждый навык, видите, сейчас нас учит использовать огненный шар. Отлично, а теперь попробуем сражаться без моей помощи. Да изи ты чё. Так, давайте убьем сначала ядовитую, потому что она меня напрягает на самом деле. Так, минус ядовитая. Так, сразу же сюда пошел огненный шар, и все это, собственно, победка. Как ни странно, ты справляешься, хотя новичкам всегда везет. Я всегда клевый. Это что такое за дичь? Чё это такое мне дали? Какой-то капюшон или чё это? А интересно, на мне будет внешне вообще меняться снаряжение? Поздравляю, твое первое задание выполнено. Забери свои награды, окей? Забираем. 1000 бабла и 175 монеток золотых. Новое задание уже ждет, я понял тебя. Мой первый сундук, вперед. Погнали. Посмотрите только на эту ухмылку. Любишь побрякушки, дорогуша? Ну да, типа того. О, бесплатный сундук, замечательно. А я мог любой выбрать бесплатно. Что у нас здесь? Потенциал 2, броня 2 уровня, ну такой себе на самом деле, там я видел вещи получше были. Следующий сундук, мы сразу 3 что ли открываем? Жестко. 3 ботинки, ну тоже такое себе, потому что здесь опять же за 4 есть, а здесь скорее всего будут за 5 уже вещи и за 6. И у меня выпадет, конечно, самое дерьмо, какой-нибудь за 4 звезды. Хотя смотри, 3 целых щита мне выпало за 4 звезды. Ну, неплохо, неплохо, пойдет.
Для начала. Ладно, пора превратить тебя в боевую машину, проявить твой дар. А, давайте выбираем героя. Собственно, сейчас мы, видимо, будем его кастомайзить, если не ошибаюсь. О, наш герой да в лучшем виде. Давай, надевай свои обновки. Я знаю, ты дрожишь от нетерпения. Ух ты, блин, наш внешний вид будет меняться. Офигеть, вы посмотрите. Только, блин, почему? Где моя прическа? Я не понял. Она под шлемом, что ли? Видимо, да. Снаряжение одеваем. Блин, я так не так круто выгляжу в шлеме с повязкой. Надеты предметы улучшают общую. Давайте еще повысим его. Улучшить. Тебе нужны эфириум для улучшения предмета. У меня они есть, да? Угу, закрыть. Также задание. Можно мне самому поиграть, нет? Окей. О, жем. Жем перевод, конечно, божественной компании. Там быстро соображаешь, можешь прогуляешься, смотришь окрестности. Я найду тебя когда... Когда? Никогда, чувак. Задание у нас выполнено, давайте заберем наградку. Эй! Наконец-то переключилось, господи. 10 000 раз надо было нажать вход. Давайте здесь получим... А, это я видимо, какие-то испытания. Best Girls of Forbes, Manicure Count. Через 5 дней. Да, это, видимо, ивенты просто. Давайте заберем награды в качестве 5000 зериума. Также в заданиях у нас есть новое. Приятного нового снаряжения, улучшенное снаряжение, 3 любой предмет. Я хотел одеть новые обновки. Мне, по-моему, не дали это сделать, поэтому я хочу... Total Points. Здесь просто собирать надо или что вообще? Rewards. Видимо, здесь надо проходить. Get the item вперед. Чё? А, забрать, окей, я понял вас. The Seer Power, New Event, 27 марта. Господи, как сложно-то все. Блин, но пока то, что я вижу, у меня достаточно впечатляет, достаточно прикольная тема. Только вот вкладки, когда переключаешь, они не нажимаются с первого раза. То есть мне... Вот я один раз нажал, вот второй раз нажимаю, и второй раз... Вот на герой сейчас жму. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да давай включайся уже. Может, надо отпустить? Сейчас отпустил, ничего не нажимаю. Ну давай, переключай. Наконец-то на вкладку героя меня передвинули. Это, конечно, странно работает. Где мои шлемы вообще, все, что я получил? Я же не только броню получил, я же там что-то еще получил. Прокачать, поменять. Поменять, наверное, надо нажимать. Я, по-моему, шлем получал, нет? Да, я вот шлем получил первого уровня. Он, мне кажется, больше. Лучше нравится. Почему нельзя посмотреть статы? А хотя вот, смотрите, 660 УЗ. Потенциал 10, 75 атаки. А сравнить можно? Я не могу посмотреть все свои вещи, да, как получается? Поменять. Бонусные соединения, шлем разбойника, все дела. Ну, мне этот шлем гораздо больше нравится внешне, поэтому я его оставлю. Почему бы и нет? Так, поменяем броню. Броня у нас тоже есть новенькая, зелененькая. Давайте ее оденем. Так, здесь перчаточки. А, нужных предметов у нас нету. Ботинки мы еще вроде выбивали. Да, вот ботиночки третьего. И четвертого у нас был щит. А меча у нас, к сожалению, по-моему, никакого нового еще не выпало. В заданиях также... О, подождите, надето что-то есть. Что значит надето и почему там горит? Типа прокачать можно? Да, ботинки можно, видимо, прокачать, улучшить. А, улучшить 10 раз, улучшить, улучшить. А как это делается? Для чего это вообще? Ну ладно, давайте улучшим. Что значит улучшить 10 раз? Зачем? Видимо, я могу бесконечно улучшать. Так, улучшить. Улучшить. А сколько раз их можно улучшать? Достигните уровня героя больше, чтобы прокачать дальше. Ну, давайте тогда еще... А, у нас больше нету эзериума и всего такого. Окей, я понял тебя. Давай в задание перейдем снова. Может, там галочка еще горит? Да почему ты не нажимаешься с первого раза? Задолбал. Quest Events у нас горит. И задание у нас выполнено. Поэтому давайте заберем ключики, золото. Все дела. Quest Events у нас еще не выполнены. Thunderspike and Laos Orb. Короче, Event Ended. Вход вот здесь. Вот есть уже законченная, как я понимаю, штука. Угу. Но я здесь ничего не могу получить, потому что я не участвовал в этом ивенте. Потому что я только что игру начал играть. Ладно, давайте просто пойдем в город. Battle Event, арена, испытание с боссом, вставки, это все. О, Grand Event горит у нас. Я могу уже его участвовать в нем. О, вход, задение, эпическая награда. Входи в игру 7 дней, вот и все, изи. Это мне нравится, это по мне. Получаем награды в виде ключей, жемов. В магазине можем что-то приобрести, как я понимаю, сундук какой-то. Открыть бесплатно, открыть ключом. А, у меня есть ключ. О, вот оно как. Открыть ключом. Количество трофеев в этом суге зависит от того, как
Что? Объясните. Объясните, от чего зависит количество трофеев. У тебя нет ключей. А, у меня нет ключей, ну тогда просто давайте откроем еще этот сундук, посмотрим, что нам выпадет оттуда. Опять же, ботинки, причем хуже, чем у нас. Мне это не нравится. Окей, давайте мы тогда перейдем лучше на домой и пойдем уже драться. То есть что-то одни награды собираю, хочется и подраться. Так, цирюльник, подождите, это город, это не то. Это. А я могу в любой момент, получается, изменить, да, прическу, и это бесплатно будет стоить мне. Неплохо, неплохо. А пол я тоже могу поменять там или нет? Гранд Эвент. Чё тут галочка до сих пор горит? Уже задолбался. Новое, господи Иисусе, сколько тут всего. Вы просто посмотрите. Два события. Вот зов события какой-то. Открыть бесплатно. Давай сюда. Вау, колечко. Причем охренительное колечко на самом деле. Какие-то, господи, как. Сколько тут всего. Сколько тут всего на самом деле. Это же жесть. Ну, на героя мигает, типа, новая вещь, но она мне не нужна. Я там видел, кстати, прикольную тему. Так, надеть. Ну, то есть, ну, я их надену, но у меня лучше. То есть, мне нет смысла одевать более дерьмовые ботинки, у которых всего две звезды. Вот я квест-эвент могу еще получить где-то. Где я могу получить квест-эвент? В Collection Scroll я не могу. Ну, непонятно, вот здесь слишком много нужно выиграть. Битву Каменный Холм, Сейбрина, пожелание получить фрагменты, соединить джемовые смешки, потратить джемы. Давайте чумовые вот эти штуки. Вперед. Каменный холм. Окей, погнали. Этап 2. Загрузку ждем. Погнали, первые паучки. В бой. На, получай, сразу минус один, сразу минус второй. Давайте снова еще пацанов замаслим. Минус один, минус два сейчас будет. Все, идем дальше. Изи, на самом деле. Давайте его метеоритом жахнем. У нас мана есть все равно. На тебе. Все, извини. Это было даже очень просто. И получили какие-то обноски непонятные. Никакие, я получаю дохренища всего, поэтому... О, теперь зал шепота у нас, отлично. Также можно забрать вот награду здесь. Вау, новое оружие. Это интересно, это пойдет. Давайте перейдем сюда. Во-первых, я бы хотел экипировать новый ствол. Поменять. Пожалуйста, на синенький. Благодарю. Можно теперь его еще и прокачать, улучшить. Улучшить 10 раз, короче. Этих жемов у меня, ну вот этих фиолетовых штучек уже очень много. Давайте здесь тоже улучшить. Да, прошу прощения. Улучшить 10 раз. У нас дофига этих штук, поэтому я на максимум сразу грейжу. И здесь мы также улучшим до максимума. Улучшить 10 раз. Изи вин. Шестой уровень, это максимальный пока что нам. И можем поменять, по сути, себе перчаточки. У нас есть более модные перчаточки, черные. Они мне больше нравятся внешним видом. Не знаю, что там по пассивкам. Также вот можно получить наградку. Квест-эвенты опять. Господи, эти квест-эвенты, они горят. И меня это немножечко настораживает. Total Point Snow, Collect Point to Join. Видимо, не здесь горит все-таки. Может быть, вот здесь что-то? Epic Event, вперед, ревардс. Да вроде бы нет. А что они горят тогда получается? Может быть здесь, The Elder Scrolls, тут что-то можно собрать. Ревардс. Нет, не могу. Здесь все везде очки нужны, чтобы хоть какую-то награду получить. Даже вот эту ключик нужно награду. Ладно, пока с ивентами не будем разбираться. Давайте перейдем лучше к заданиям. И зал шепота. Погнали. Третья битва, как я понимаю уже. О, шанс на предмет. Подождите, я кое-что вспомнил. Я кое-что вспомнил, я же могу кольцо экипировать. А, в смысле нет, я же выбивал кольцо, вы помните? Странно, о чем мне его не дали, ну окей. А, смешки, квент. Так, и я. Да, вперед. Стоп, что это я только что сделал? Что это такое? Типа создал, окей. Ключ от серебряного, бесплатно открыть сундук, окей. Давай откроем сундук бесплатный. Почему бы и нет? Что у нас здесь? Давай что-нибудь эпическое. Ну да, фигня, конечно, полная падает. Да, фигня мне не нужна. Закрыть. Открыть ключом. А у меня еще один ключ есть. Нормально, пойдет. Здесь у нас уже щит. О, щит мне неплохо. Щит я хочу. Можно его надеть сразу? Нет, не могу. Также можно с вами, получается... Так, можно назад? Нельзя. Щит поставить. А, щит у меня эпический. Не, у меня эпический щит, у меня гораздо лучший щит. Я думал, у меня есть, а у меня нету. Считаю, нормального. Его, наверное, можно будет потом переработать, если что. Пошли.
Драться, я не знаю, зал славы. О, тут можно проматывать, оказывается, я не знал. Банк, зал славы, компания. Компания, эльфийские руины, естественно, и зал шепота. Погнали в бой. Бой одну энергию требует. Ожидаем загрузку. Паучки, опять же. Что-то как-то не очень большое разнообразие противников. Перки какие-то активировались. Видимо, благодаря нашему снаряжению. Интересно, тут будет указываться, если я буду получать жесткий урон, типа на мне кровь такая будет или типа того. Давайте его жахнем метеоритом. Это босс, да, это босс. Но мы неплохо его задамажили и, по сути, забили потом как свинью. 3 звезды, замечательно. А мы получили фрагмент? Мы только фрагмент, по-моему, получили. И тогда, скорее всего, мы на кольцо тоже получили, видимо, фрагмент, а не само кольцо, как я понял. Можно получить задание, в заданиях эти награды, вот эта награда. Ух ты, 5 ключей сразу, неплохо, нормальная тема. Открыто рынок, узнать еще, давайте посмотрим, а то я сам не разберусь потом. Путешественник, судя, в магазин, мы будем снаряжение продать ненужное. О, это неплохо, неплохая тема, мы можем, если что, продавать наше старое снаряжение. Да-да-да-да-да-да. Я ничего не верну, окей, я тебя понял. А дальше нету, это что, всего 8 предметов, что такой нищий? Ну ладно, пойдет, я думаю. Можно шкуру купить у него. Давайте купим шкуру. Это что такое за хрень? Давай я куплю это у тебя, я не знаю. Чувствую, я сейчас деньги просто в никуда вливаю, больше мне ничего от тебя не надо, поэтому я просто заберу оставшиеся награды. Жемовые смешки. Я хочу жемов 50 потратить, чтобы мне вернули их обратно, плюс задание выполнилось. Использовать энергию на место, эльфийские руины, квест, ивенты, там ничего нового, к сожалению, поэтому можно только... О, герои, герои можно повысить, давайте прокачаем, как обычно, все наши штуки, улучшить 10 раз, но на максимум сразу же. Так, здесь меч теперь улучшаем также. 10 раз. Уже неплохо так уходит у нас по вот этим вот красным гемкам. То есть даже несмотря на то, что мы повышаем, по сути, не намного, на сколько получается, на пару уровней у нас достаточно там по 2-3 тысячи уходит. Что у нас еще здесь есть, получается? Больше ничего. Здесь у нас ничего нету, здесь у нас ничего нету, здесь у нас тоже ничего нету. Можно пойти домой, можно пойти в магазин, посмотреть, что у нас там есть. Сундуки. У меня, по-моему, несколько ключей было халявных, нет? Где-то там. Или мне показалось. Индекс, Yearn Games, крафт, вращение в джунглях, секретный код, почта, ежедневный бонус, рейтинг. Господи, как много всего. Окей. Ладно, погнали дальше, короче. Прошу прощения, продолжаем. Что у нас здесь? Battle Event. Так, я хотел драться. Я хотел драться, поэтому выбираем компанию. Эльфийские руины. Хотя бы пройдем ее сегодня. Белые пики. Белые пики это... Белки яичные взбивать, да? Текс. Давайте сразу паучков замаслим. Раз. Потом они ходят. Два. Тут пошагово, что ли? Мне казалось, что тут типа на скорость. Второй бой. Сверху, кстати, указано, сколько боев всего есть. То есть вот третий, последний. Можно сейчас спалить вот этого чувака. Гори! Ух ты, он еще и выжил. Офигеть, жесткий. Закрыть. Я и так знаю, что там 3 звезды. Ну, скорее всего, я надеюсь. Так, эльфийские руины пройдены. Давайте мы получим награду первым делом. За задание. Окей. Ну, еще одно задание сразу же, наверное, сходу пройдем. В эльфийских руинах последнее эльфийское святилище. Бой. Угу, здорово. Ух ты, уже много пауков. 3 штуки. Так, -1 сразу же. Я их ваншочу, поэтому без разницы, сколько их там. 1, 2, 3. Один удар, один труп. Давайте вот этого спалим, пацанчика. Может быть, я его просто не убью с одного удара. Да я его даже, блин, огнем не убиваю. Какой смысл тогда огненной атаки, если она наносит столько же примерно урона, сколько... Наверное, она поджигает. На тебе сразу, пока погори. Я пока с твоими пацанами разберусь тут, с мелкими. Ну, чё все они жесткие? У меня почти не дамажит. То есть, смотрите-ка, у меня настолько крутая броня, что он меня даже не повреждает. А хотя вот, смотрите, теперь, когда босс ударил, он повредил. На, получай. Все, минус.
Невероятно, он прошел все до конца, эльфийские руины полностью. Я говорил, а ты избранный. Это еще ни о чем не говорит, подумаешь, убил стайку пауков, только по силу ребенку. Разве что ребенку гоблина, это впечатляет, что самое время представиться, я Тага, мятежная хранительница эльфов, а я леди Марион, герцогиня Валирии. Чё, блин, чё ты сказал? Герцогиня? Подожди, секунду. Ты леди Марион, герцогиня Вали. В смысле? В смысле герцогиня? В смысле леди? Холгер, наемник, ставший... Ясно, понятно. Правда, на пенсии. Так он обычно шутит. Так как тебе темные леса приготовься. Ага, приготовься к смерти. Смешной чувак, кстати, забавный. Окей. Закрыть. Журнал боя. Зачем он? Зачем он? Не нужен. Наверное, чтобы анализировать собственные способности. А у нас есть у героя какие-то вещи новые. Давайте посмотрим. Фрагменты. Я могу создать меч. Серьезно, я уже могу меч создать. Неплохо. Давайте так и сделаем. Объединить. Секач готов. Замечательно. Правда, он нафиг мне не нужен. Продам. Что у нас в заданиях? Заберем наградку здесь. Кольца. О, новый уровень. Открыта таверна. Подкрепись питательным энергетиком. В смысле? Смотреть видео, вращать всякие штуки. Бесплатное рагу. Зашибись. На самом деле. Счастливое вращение какое-то. Давай-ка. Бесплатное, конечно. Халява, сэр. Нет, только не сено. 12 тысяч золота. Ну, нормально, пойдет. Также в героях что-то можно прокачать. Давайте все здесь улучшим. Улучшить 10 раз, все дела. Какой уровень максимальный теперь? 10-й. То есть еще на парочку уровней можем апнуться. Улучшать 10 раз, да-да-да. Угу. Также можно прокачать себе ствол. Лучше 10 раз. О, фрагменты. Мы опять какие-то фрагменты собрали. Когда мы успели, на самом деле? Фрагменты. Колечко. Ну, колечко можно. У нас еще колечка нету, поэтому почему бы нет, как говорится. Колечко можно и надеть. Надейте колечко. Все, изи. А дальше щит это говенный. Все остальное такое себе. Все остальное нам не нужно. Надето у нас уже все, кроме перчаток и шлема, зелененькое и выше. Ну, за исключением ожерелья, какого-то мешочка. Ботинки синие, зеленые, перчатков нету. То есть только оружие, щит и ботинки. Но они все вот именно оружие, щит и ботинки у нас уже более крутые. Также в заданиях можно, получается, забрать новую рулетку. Три золотых ключа, звучит неплохо. Ежедневные задачи какие-то появились, нормальная тема. Questlands, это опять же мы уже все видели. Давайте-ка мы перейдем домой, и я хотел там... Не домой, точнее, в магазин с сундуками. Сундуки, и откроем сундуки. Или подождите, у меня нет ключей, я только что же получал ключи, разве нет? Go to event. Список наград, здесь не то. Торговая точка сбора, это что-то странное, непонятное. Первый раз это вижу, не понимаю, сложно. Здесь какие-то награды. О, новая награда, смотрите, лихорадка пополнения, можно получить. В смысле? Или там что-то стоило за джемы? Что-то я не понял. Давайте я еще раз перейду домой. Где это смотрел вообще? В Grand Event вроде бы, да? Я уже получил. Видимо, я два раза случайно нажал, и у меня автоматически как бы это использовалось. Транжирная лихорадка еще есть. Могу это еще получить на халяву? В смысле, я ничего не получаю вроде бы, разве нет? Рулетка есть, но она уже проиграна. Можно за это сыграть в Колесо джунглей за рекламку. Давайте так и сделаем. Итак, крутим рулетку, собственно, я посмотрел уже все. И здесь у нас опять золото, да? Не, рубины, да, вот это вот я понимаю, вот это нормально, причем 100, не 50 даже. Следующее бесплатное вращение будет через 15 часов, нас не интересует. Можем сундук открыть. За гемы, наверное, не просто же так, да, нам говорят, за гемы откройте сундук. Можно открыть за 100 гем, но мне не нужен золотой сундук, я если что буду извечный покупать за алмазы. Можем бесплатно открыть. А почему? За что? Ну, просто так, почему бы не получить. О, новые перчаточки. То, что надо, кстати, как раз. У нас как раз перчаточек не хватало. Можно сейчас перейти к герою и надеть ему новые перчаточки. Поменять нажимаем и одеваем более крутые. Прокачать мы их, кстати, не можем, да, как я понимаю. Да, используй тот же предмет для прокачки. Нам, видимо, нужны те же самые предметы. Ну, окей. Также домой можно перейти, посмотреть, что у нас в городе появилось. Давайте в таверну зайдем, почему бы нет.
Смотри видео, получал мазы бесплатно. Нет, спасибо, бесплатное рагу тоже не надо. Счастливое вращение, у нас еще целых две штуки есть. Давайте покрутим, почему бы и нет. Что у нас здесь? О, ключики. Ключики — это хорошо. А что за ключики? Фрагмент. А, фрагменты ключа, окей. Ну, еще у нас есть одно. Фишка вращения одна. Поэтому давайте еще покрутим. Нет, не хочу золото. Ну ладно, чё ж, ничего не поделаешь. А, следующее вращение стоит 20 гемов. Давайте вращение используем еще одно. Угу. Ключики опять же. Ну еще 50. Просто чтобы квест выполнить. Я специально не... Я сейчас в вращении... О, замечательно, повезло, что выпало это. Ни хрена ж себе. Что это за дичь? Но так или иначе, я потратил 50 джемов, поэтому получаем еще 50, и в итоге я потратил всего 20. Надо было, конечно, что-то именно за 50 купить, чтобы не быть в минусе. Да-да-да-да-да, я уже заканчиваю. Ежедневные задачи также мы выполнили. Можно получить какую-то похлебочку. И, естественно, чем больше выполняете ежедневных задач, тем больше наград вы можете получить. Допустим, еще 4 здания выполнить, получить. Это нужно 7 уровень еще поднять, чтобы также дополнительное здание открыть. Это мы квесты, это все мы видели. В общем-то, я думаю, на этом первый такой взгляд на эту игрушку можно завершить. Возможно, мы еще в нее поиграем, потому что она сделана добротно. Да, это, конечно, вот тот же Idle, тот же полукликер, полуайдл, но при этом он сделан очень качественно. То есть тут кастомизация, здесь куча всего, постоянные ивенты, куча всякой фигни. Короче, выглядит все, по крайней мере, очень годно, как по мне. Ну, на этом я буду уже прощаться. Всем пока, спасибо за просмотр, удачи, до скорых встреч и еще увидимся. Пока-пока.